Команда самарских дзюдоистов поедет на чемпионат России. Первый этап Кубка Самарской области по мини-гольфу закончился за рекордные 32 удара. У гиревого спорта появился младший брат – кистевая тяга. В Тольятти прошел городской турнир по кистевой тяге гири. Самый легкий спортивный снаряд весом 24 килограмма больше всех поднял Виталий Артемичев – 388 раз. А самую тяжелую гирю в 40 килограммов одолел в 105 повторениях Сергей Федоров. Чемпионы и призеры соревнований, кроме положенных медалей, получили подарки и годовые клубные карты в тренажерные залы. Первый этап Кубка Самарской области по мини-гольфу прошел на 18 лунках. Среди подростков до 13 лет победу за рекордные 32 удара одержал Максим Хатеев. Бронзовый призер Иван Машков отстал на 10 попыток. Те же 42 удара, но уже среди девушек принесли золотую медаль Виктории Хазеевой. В командном первенстве 18 лунок прошла за 20 ударов, из них 16 лунок были выбиты с первой попытки Дарья Чикина. В Красноярске стартует чемпионат России по дзюдо, по итогам которого может обновиться национальная сборная по этому виду спорта. Самарская область выставила на турнир 25 спортсменов. Основные претенденты на медали известны. Это элита самарского дзюдо. Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Костенко, Мария Персидская, Тагир Хайбулаев и Хайбула Магометов. Поединки включают в себя личные и командные состязания.